Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать ранее судимого жителя Подмосковья, подозреваемого в совершении серии краж. В отсутствие хозяев он пробирался в дома и гаражи, используя для вскрытия замков специальный инструмент, и похищал все, что считал ценным. Украденное имущество вывозил на автомобиле. Таким образом, правонарушитель совершил 10 краж на территориях 7 городских округов, в том числе Одинцовского. Общая сумма ущерба составила около 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.